Всем привет! Вот мой канал, он так, а хобби больше. Но иногда я затрагиваю прям такие серьезные, важные темы. И вот сегодня будет такое видео. Поговорим о том, как вот быстро восстанавливаться, вот свой энергетический потенциал, жизненные силы. Вот я когда был маленький, достаточно рано вот такую вещь узнал. Вот это фридайверы, те, кто без баллонов там ныряют, хорошо знают, что если ты будешь вот плыть под водой, и там переживать, когда ты задохнешься, там это как-то волноваться. Ну, вот прямо тут же начнешь задыхаться, тебе будет плохо, и надо будет всплывать. Но если плыть в такой безмятежном состоянии, вообще ни о чем не думать, проплывешь гораздо больше. Вот это связано с тем, что наш мозг, он жрет очень много ресурсов. Мозг сам по себе штука классная, полезная, помогает решать всякие задачи. Ну, развивался с эволюцией, со временем стал таким сильным, что многие его теперь вообще не контролируют. И он может работать как вот приложение в фоновом режиме. Причем вот мозг из всех наших органов, нашего тела, он жрет прямо вот большую часть вот ресурсов. Энергии, вот глюкозы, кислорода, прямо вот всего. И вот он может работать тогда, когда не нужно. Особенно, когда начал появляться язык, он такой фоновый шум, там еще что-то проговариваешь сам про себя. Ну и вот теперь представьте ситуацию, что вам надо восстановиться, получить запас сил, там выспаться, вы спать хотите лечь, а мозг там вам какие-то идеи подает, там это картинки какие-то, переживания. И вот человек там может до утра лежать вот так вот, и вроде как и спать хочет, а заснуть не может. Ну, то же самое, когда вы болеете, когда вы там даже ранены или... То есть надо восстанавливаться. То есть мозг, конечно, должен работать, но только тогда, когда нужно, либо в правильном режиме, так настраивая нас на нужный лад. Вот поговорим, как это сделать. Техника очень простая. Достаточно вот волевого усилия просто не думать. То есть вы там садитесь, ложитесь, неважно как. Главное это делать в такой обстановке, чтобы это не было какой-то важным делом. То есть не машину вести, не каким-то там на работе какой-то ответственным делом, когда занимаетесь. А вот именно когда восстанавливаетесь, и вас особо это не нужно, никакая активность особо не нужна. Вот такая должна быть атмосфера. И просто даете себе волевое приказание не думать. Вот этого достаточно. Не надо там какие-то мантры читать, заклинания, там биться головой об стену, танцевать там до упаду, еще что-то такое. Вот эти вот вещи в литературе тоже описаны, и во всяких вот практиках они есть. Это для людей прошлого. Вот когда они были необразованные, там религиозные какие-то, вообще им там ничего не надо было. Ну как, вот там тоже там такому обучали. Техника-то давно известная. Ну там пока не напугаешь, не обманешь, либо просто вот так, что прямо делать ничего не будет. В современности, в принципе, это не особо нужно, потому что люди стали более образованные, рассудочные. Можно так просто самому себе объяснить, понять, зачем, надо, не надо, и просто делать. Тут еще важный момент, что любое знание, оно бесполезно без практики. Это считаешь, что ничего не знаешь. Многие люди, как ходячая энциклопедия, ходят, все знают вроде, но ничего не умеют. Это считаешь, что ничего не знаешь. Еще раз, вот я сказал технику, достаточно волевого усилия и желания, и регулярной практики. Многим кажется, что как-то, ну как так-то, что должно быть как-то посложнее. Ну вот посложнее, вот это как традиционные вещи, это как... Раньше там часто поступали. Но это вот для особо тупых, либо для особо умных, для кого прямо вот мозг их полностью контролирует. Но бывают такие даже и начитанные люди, и даже это, с учеными степенями, их таращат так, что прям без конца. Вот это книгу одну написал, вторую книгу не помогает, еще вещает там, и там без конца какие-то вот все там, что с миром будет там, что... политикой, что там с Украиной делать, и вот без конца вот это. Ну, такому человеку это сложно действительно. Можно пойти по пути традиционному, это как вот у нас там, не знаю,
мечом там или какой-нибудь этим из лука бам-бам-бам-бам-бам. Еще желательно, чтобы кто-нибудь там в бубен там размеренно бил. И... там, полчаса, час. Для особо одаренных там три. Для самых одаренных это вот на голоде еще всю ночь. Ну там такой ситуации, там попадаешь как бы в транс. То есть там такое тело нагрузку получает, что оно понимает, что если сейчас мозги не заткнутся, то мне пипец. Вот для этого делается. И такой транс еще равномерный, монотонный, вот такой, такие действия, еще физические действия. Ну, по сути, это то же самое, что вот, в армии, знаете, если там через голову не доходит, то через ноги дойдет. Вот техника. Ну, да, раньше, да, там еще мечом, раньше, если там махали, то это еще какую-то профессию получаешь. Сейчас можно там, не знаю, вот, что придумать-то. Ну, по мешку он какие-нибудь лоу-кики, бам, бам, бам. Вот классное. Пока там такой транс не будет, что и тогда вот поймешь, что это за состояние. Ну, прийти, конечно, надо к тому, чтобы это вот по щелчку пальцев просто это делать, не задумываясь, просто усилием воли. Этого 100% достаточно. Еще важный момент, чтобы с помощью того, когда мы можем уже останавливать это дело, потом можем с этим работать. То есть вот этот диалог, как говорят, или образы, или чувства, которые у нас возникают, это тоже должно быть подогнано для того, чтобы нам жить было удобно, или мы развивались в каком-то своем нужном направлении. То есть можно заставить еще и вот этот там внутренний диалог, чтобы он не какую-то вот эту хрень из ТикТока вам толкал, а реально такие полезные вещи, советы давал. Вот это называется как бы прийти в гармонию со своим разумом. Ну теперь нафига это все нужно? То есть о практической ценности. Люди вообще так устроены, что ну, им надо понимать, зачем это вообще нужно. Тут как бы есть несколько вещей. Первое, как я уже сказал, это на халяву получить очень много жизненных сил и энергии перед каким-то ответственным делом, либо для восстановления. Ну хотя бы, чтобы плыть под водой. Лечиться как-то там, собраться. Второй очень важный момент. Это возможность как бы остановиться. Это же, знаете, как вот жизнь, особенно у нас сейчас жизнь такая, что какие-то вот тиктоки, там вот это, серфинг в интернете. Я даже за собой замечаю, что это можно вот тут нырнуть, и там, не знаю, 3 часа прошло, и что делал? Вот потом спрашиваешь себя, зачем ты это смотрел, это дичь какая-то. Это же еще и больше, так можно как белка в колесе, это можно так нырнуть и потом через несколько лет вынырнуть и те же вопросы себе задать. Страшное дело. Так вот, это дает возможность остановиться и настраивать, и понимать вообще, что мы вот, как потом наш мозг функционирует. Потому что он же все помнит. Вот если ты смотришь какие-то вот дичь какую-то там по телевизору, тем более у нас сейчас просто это отвратительно, это... ситуация, там то пропаганда какая-то, то орёт кто-то, в интернете то же самое. Это. Вот эту чистоту надо соблюдать обязательно, потому что вот этот, как говорят, внутренний диалог, он же будет такой, какой вот, что вы там нахватались. Вот такие образы будут возникать, такие мысли, такие идеи. Это, ладно, я, это же чистить все надо, если я так более-менее еще могу с этим. Работа, если кто-то не может, то ну что у него там в голове будет. Ну и третье, это возможность, то, что называется нестандартно мыслить. Вот в обществе у людей образ мышления, вот понимание там, вот очень сильно это все зависит от энергетического потенциала. Вот в обществе он там у всех так это, старается. Ну само так происходит, что он примерно на одном уровне должен быть. Вот если кому-то выпрыгнуть из этого удается, это называется там нестандартным мышлением, там вот, но на этом надо очень много энергии. Вот все открытия там какие-то и в науке, и в культуре, это же часто делается в молодом возрасте, когда человек еще гибкий, много у него энергии, вот поэтому удается выскочить. А дальше, ну тяжелее уже. Дальше он обычно просто то, что наработал, уже начинает с помощью там своего влияния, жизненного опыта, ну то есть продвигать вот эти идеи. Поэтому вот особенно вот людям таким,
с богатым жизненным опытом, которые считают, что они всю жизнь знают, и у них уже такое закрепощение произошло, и восприятие, и тело такое же деревянное. И вот, ну, получить много энергии опять, это же большой очень бонус. Поэтому вот эта техника может еще использоваться для того, чтобы прыгнуть выше головы. Еще в этом деле есть такие подводные камни. Первое — это то, что... Ну вот когда это происходит, когда вот это как информационный шум, там как это внутренний диалог, но это не только диалог, это же это и образы какие-то могут быть, и страхи, и ощущения, эмоции, и картинки какие-то могут появляться. То есть тут много чего. Вот если это все ставится под контроль там и гасится, то ну, вот этот прилив энергии и вот само вот это состояние, оно телу непривычно и мозгу непривычно. Поэтому оно может по-разному на это реагировать, в зависимости от того, что из-за особенностей там, ваших особенностей. Ну, может показаться, знаешь, там, что вот там что-то дерево извивается, там что-то светится. Многие тоже по-разному на это реагируют, кто-то боится, там, кто-то думает, вот пошло, там, вот начинают опять, его мозги начинают опять вот в этой теме там истерить. Вот это все не имеет значения вообще никакого. Вот главное правило начинающего Гарри Поттера, вот восприятие у вас должно быть такое, восприятие правильное. Где там что-то светится, что-то там извивается или что-то там такое происходит, ровно только тогда, когда вам это нужно. А если этого не нужно, то ничего такого нет. Потому что это все, вот опять-таки, деятельность мозга, это не имеет никакого вообще смысла. Поэтому вот в моем мире, вот как матрица, там вот эта ложки нету, вот она там начинает сгибаться там. Вот в моем мире ложка не сгибается, потому что ей неудобно есть будет. Не знаю, там что-то подсвечивается, там замедляется, но только если там в сумерках, там, не знаю, может, стрелять почему-то собираешься. Так, ну, вроде. Не особо видно, а так вот светится и лучше. Поэтому к этому надо относиться так, что там бывают люди религиозные или еще какие-то там очень впечатлительные, может там что угодно показаться, там это, что и свет какой-то, и вот ангел там летит и манит там вот. Все это должно вылететь, он должен в эти там ворота захлопнуться, все это исчезнуть должно. Вот это вообще не имеет никакого смысла, и находиться в этом, если это вам не нравится, то и не надо. Потому что это все бред. Смысл тут практичный такой, понятный, что... Тихо. Практичный, понятный смысл, что вы просто накапливаете энергию. И вот то, что я вообще описал, как это можно назвать? Банальными словами, это просто умение контролировать себя. Вот не больше, не меньше. Вот просто контроль над своим телом, над своими мозгами, над своим поведением. То есть это просто дисциплина. Здесь нету никакого там. Нету даже никакого духовного развития в этом. Это просто чистая практика. Ну вот такая интересная тема. Надеюсь, будет интересно. Я там канал соответствующий, вернее, плейлист соответствующий создал. Он будет называться вот именно что «Восприятие осознания». Вот туда подобное видео буду загружать. Вот кому интересно, можете на него подписаться. Тут тоже такая ситуация, что там многие, я смотрю, что вот, ну, некоторых интересует тема там про ножи. Они вот там вообще это не нравится. То есть, ну, будем как-то это сочетать, потому что совсем на какие-то банальные, неинтересные. Вернее, интересные, но такие вот совсем уж это. Детские вещи, иногда хочется и о чем-то таком более глобальном поговорить. Пока.